Всем привет, ребята, с вами я, Фандем Фокси, Гейм Channel 64. Сегодня мы будем проходить. И сегодня вы просили меня. Я видел, короче, под моим комментом, что вы хотите. Один мне написал, один из ваших вот подписчиков написал мне, что чтоб я поиграл в Knights of the Place 2. Так вот он, держите. Knights of the Place 2. Сегодня мы будем именно ее проходить. Так что да, если вы тут есть, то заварите чаек, печеньки и так далее. А мы начинаем. Новая игра. Так, что у нас есть? Смотри на игрушечных аниматроников в коридоре и в шахте. И надевай маску и слушай, чтоб когда они ушли. Так, используй NSFM кнопки в патере, чтобы держать... Это что было? Окей, это меня испугало. На контрол фонарик. Окей, это получается держать, но... Окей, получается, это нужно маску одевать. Первый скример был неожиданный. Так, у нас аниматроник идет. Кто-то по шахте прилез. У нас есть Лео новый. Маска. О, этот волчар идет ко мне. Он новый, кстати. Окей, этих надо маской прогонять. Окей, это у нас лев идет. Так, у нас фонарик есть. Окей, надо на него аудио играть, понятно. Фонарик у нас есть. 3 часа ночи. Так, этого волка еще нету. Пасхалка не работает, странно. Так, надо за этим Лео следить. Ух, я его прогнал, это хорошо. О, этот кот идет, так. Так, он в шахте.
и Винни. Окей, это было круто. Вторая ночь. Некоторые старые аниматроники могут зайти в офис. Одевай маску, пока они тебя сканируют. Если старый аниматроник зайдет в твой коридор, держи свет. Потише. Если старый левый аниматроник войдет в коридор, держи свет на него, чтобы заметить наполовину его прогресса. Старый лев. Ам, а ты что тут делаешь? Вот, от него маску одевать. Маску. Это старый Лео. Маска. Окей, так надо маску одевать. Окей, держим фонарик. Опять сломанный идет. Маска. Так. Так, держим свет на тебя. Так, маска. Так, тебя прогнал. О, ты здесь. Так, это к нам пришел вот этот вот. Маска. Все, ушел. Окей, еще рано маску одевать. Маску льва. Маска. Маска. О, теперь ты пришел. Ух, тебя прогнал. Маска. Фух, прогнал их. Окей, мы прошли вторую ночь. Изи. У нас где третья ночь. Поехали. Третья ночь у Зуплейс. О, опять сломан идет. Аниматроник. Куда? Так. Да блин, чё так напрыгнул? Этот волк, он, короче, непредсказуемый. Этот волк непредсказуемый. Он без волка приходит. Чё этот розовый? Сразу маска.
Так, фух, прогнал тебя. О, золотой был. Окей, прогнал. Окей. Маска. Фух, пока ж прогоняем их. Маска. Так, маска. Так, тебя прогнал. С этого волка игрушечного прогнали. Ой, ты пришел. О, привет. Золотой лев появился. Там золотой лев был. Маска. Ой, ты пришел. Ух! Они капец активны сегодня. Опять от него маску одевать. Золотой появляется 8, надо маску от него одевать. Эту маску дурацкую. Такс. Так. И третья ночь пройдена. Новый Zooplays закрылась для хорошего. Всех аниматроников отправили в магазин, чтобы их продать. Эти роботы и Zooplays теперь не продолжаются. Конец. О, это получается конец-то игры. Но у нас открылась кастомная ночь. Мы получили первую желтую звездочку. У нас идет hard mode. У нас идет все на hard mode. Ночь четвертая. Четвертая ночь. Блин.
Так, светим на тебя. Два часа. Маска. Ух, 3 часа он на этой стадии. Ох. Четыре части. О нет, он еще ближе стал. Так. Нет. Ох, он еще ближе стал. Словно лево, так. Ух. Мы прошли ночь с первой попытки. Чего? Мы с первой попытки прошли. И вторая звезда я получил. Я получил вторую звезду по этой игре. Я все на максимум с первой попытки прошел. Да, я это сделал. И у меня теперь есть 2 звезды моих, красивых 2 звезды. И это словно лев, он был очень близко, чтобы меня поймать. На 3-й стадии, он, по-моему, на 2-й стадии уже стоял. И 3-я стадия, он уже атакует меня. У меня теперь есть 2 желтых звезд. И все, получается, это финал этой игры. Мы прошли Knights of the Zoo Place 2. Так что да, и непременно ждите. И что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если видеть больше роликов. И ждите непременно прохождения 3-й части. 3-й части, как вы помните, я тоже в нее поиграю, в 3-й части этой игры, но я это тоже сделаю потом. Knights of the Zoo Place 2, оно, по идее, более легче, чем 1-я часть. И я с первой попытки прошел все на максимум. Так что да, it's time to take final bow. Обязательно подпишись на канал, подпишись, поставь лайк, чтобы поддержать мой канал. Пока, бро!